Здорово, народ! Если вы приедете в какую-нибудь иностранную страну и захотите там поджимовать с кем-нибудь, возьмете с собой гитару и придете на какой-то местный джем-сейшн, то вы можете услышать такие вещи, как, допустим, какой-то музыкант выходит на сцену и говорит: «Так, музыканты, это простой 12-бар блюз. Итак, поехали, у нас ключ ми». И, как известно, в блюзе у нас есть некий блюзовый квадрат. Что же это такое? Мы здесь с вами разберем 4 разновидности сегодня, а это именно 8 бар блюз, 12, 16 и 24. То есть 4 вида блюзовых квадрата. Во всех английских транскрипциях вы можете видеть 8 бар, 12 бар, 16 бар блюз и так далее. То есть бар — это у нас просто такт. И за такт у нас берется здесь 4 четверти. То есть у нас это получается с вами 4 триоли, если по восьмушкам рассчитывать. То есть у нас получается 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Это у нас один такт. Для начала возьмем 8 тактов блюз. То есть блюз, в котором у нас на этот квадрат тратится ровно 8 тактов. И если мы с вами играем, естественно, в 4 четвертях, у нас получается один такт. Так, сыграем его. Раз. Вот это у нас с вами был один такт. Мы с вами находимся в тональности ми. Для удобства возьмем ее. И сейчас мы с вами сыграем один из 8 тактовых блюзов. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И у нас он повторяется, естественно, заново. То есть у нас это уже фигура разворот в конце. И заново мы начинаем все повторять. Это одна из разновидностей. То есть, что я здесь сыграл? Значит, смотрите, мы играем в начале ми, раз, один такт. Потом, значит, второй такт мы с вами играем си. Это у нас будет доминанта здесь. И два такта мы с вами сыграли на ля. Дальше у нас с вами идет опять ми, си, ми и разворот. То есть у нас с вами получилось: один раз мы играем в ми, один раз мы играем в си, два раза мы играем в ля, один раз мы играем в ми, один раз мы играем в си опять, опять мы играем в ми и опять в си. То есть разворот. Это одна из разновидностей 8-тактового блюза. Какой он у нас с вами может быть еще? Давайте сыграем еще 8-тактовый блюз. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И заново пошел разворот. То есть это немножко другая структура, но здесь главное, что у нас 8 тактов. То есть можно найти разные блюзовые песни, в которых структура вот этих аккордов, она будет немножко меняться. Главное, когда у нас происходит разворот, то есть последний аккорд. У нас это происходит на 8-м такте здесь. То есть мы с вами сыграли уже вот такой ход. Сейчас мы с вами играли, где у нас просто ми. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. То есть у нас здесь получается 8 тактов. Какие 8-тактовые блюзы у нас есть еще? Давайте ради примера сыграем еще один. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И заново все пошло. То есть вы уловили, да, суть? То есть мы должны с вами вот этот весь блюзовый квадрат запихнуть просто в 8 тактов. И если мы с вами это все зацикливаем, у нас получается вот такая комбинация, такая структура. То есть 8-тактовый. Это у нас 8-bar blues. Множество разновидностей есть, множество разновидностей структур. Абсолютно десятки, сотни, тысячи блюз-песен существует на разном количестве тактов, естественно. Поэтому вы можете найти в разных песнях абсолютно разную структуру этих аккордов. Но если через 8 тактов у нас все это повторяется, это 8-тактовый
блюз. Соответственно, если вы приходите на какой-то джем и говорите: так, народ, у нас ключ ми, 8-бар блюз. Я вам сейчас сыграю, дальше подхватите. И поехали. И так далее. То есть тут уже все понимают, какая структура, и вы пошли импровизировать вот в этой теме. Это у нас был восьмитактовый блюз. Дальше у нас, наверное, самый распространенный блюз – это 12-тактовый. Это точно знают все, и даже вы слышали миллионы раз. И когда я думаю, что в голове у кого-то играет блюз, в основном это как раз 12-тактовый блюз. Итак, поехали. Какая здесь структура? Рассмотрим на примере этих же трех аккордов. Ми, си и ля. Итак, поехали. Самый распространенный 12-тактовый блюз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Это у нас был 12-тактовый блюз. Рассмотрим его поподробнее. Значит, у нас здесь 4 такта. Мы играем ми. Раз, два, три, четыре. Дальше мы с вами играем 2 раза ля. Раз, два. Уходим с вами опять на ми. Раз, два, и дальше по одному разу. Раз, два, и заканчиваем. Так, сыграем его еще раз, чтобы вы поняли, что такое именно 12 тактов. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. И это у нас все повторяется с вами. Это у нас с вами 12-тактовый блюз. Как мы еще можем его сыграть? Давайте посмотрим какие-нибудь здесь отхождения от нормы. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Итак, если вы заметили, у нас здесь была разница, то есть небольшое расхождение только в первой части, где мы играем ми. То есть предыдущий раз мы с вами играли 12 тактов, у нас было 4 такта просто ми. Раз, два, три, четыре. А сейчас мы играем, смотрите как. Раз, два, три, четыре. То есть мы с вами здесь просто вот этот второй такт заменили на вот эту вот субдоминанту ля. Это у нас такой самый, я бы сказал, популярный блюз. В принципе, это тот квадрат, который играет у всех в голове обычно. Итак, сыграем же его еще раз. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
8, 9, 10, 11, 12. Что ж, вот это, наверное, самый популярный 12-тактовый блюз. Кстати говоря, если мы возьмем с вами песенку Pride and Joy, Stevie Ray Vaughan, это у нас будет именно 12-тактовый блюз. Давайте ее рассчитаем. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Там он играет уже свой разворот в этом месте. Итак, это у нас как раз именно 12-тактовый блюз. Дальше у нас с вами идет 16-тактовый блюз. То есть это на 4 такта больше. Итак, где они у нас могут располагаться? Мы с вами можем затянуть начало, сыграть, как будто бы мы играем 12 тактов, но сыграть в начале не 4 такта, просто ми, а 8 раз. То есть смотрите. Раз, два, три, четыре. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Это у нас было 16 тактов. Также мы с вами можем вот эту вот концовочку можем сыграть два раза. У нас тоже получится 16 тактов. То есть, смотрите, мы вначале играем как будто 12, но вот эту концовку играем два раза. Так, поехали. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. То есть мы с вами можем вот так поступить. Где-то вот эти 4 такта мы с вами просто вставляем и зацикливаем это. У нас это получается 16-тактовый блюз. Это такие уже версии, такие замороченные, я бы сказал. Далее у нас с вами идет 24-тактовый блюз. Тот же самый 12-тактовый, только в два раза у нас увеличены все аккорды. В два раза. Структура та же, но в два раза все больше. Итак, поехали. Считайте со мной. Раз, два, три, четыре. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24. Вот такой вот длинный блюз. Но, кстати, больше всего подходит под импровизацию, именно как раз под джемы. То есть можно прямо на гитаре бесконечно пилить. Сыграем же его еще раз. Просчитаем с вами. То есть 24 это у нас 12-тактовый блюз, только помноженный на 2, то есть у нас ровно каждый аккорд, который мы меняем в 12-тактовом, мы с вами прибавляем еще столько же. Итак, поехали. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать,
13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот. То есть это у нас 24 тактовый блюз. Что ж, не надо сильно прям так заморачиваться. На самом деле это просто... То есть у нас с вами есть 8 тактов блюз, самый короткий. 12 тактов, самый распространенный. 16 тактов, это как 12, только там 4 такта либо в начале, либо в конце. То есть идет какой-то повтор. И 24 такта, это как 12, только... В два раза увеличены у нас с вами все там такты. То есть такой самый-самый долгий блюз, подминорный блюз, он хорошо подходит, когда медленно очень все идет, это уже практически вот такие вот, знаете, темы. И, в общем, до бесконечности. Что ж, надеюсь, с вами было интересно. Так что 8, 12, 16, 24, самый распространенный из них это 12-тактовый блюз, 8 такой короткий, быстрый, много песен там у Элвиса Пресли, вот такого плана. И, конечно, 16 уже такие затяжные, и 24, это прям такая тягомотина совсем. Вот такие размеры, такие блюзовые квадраты. Итак, до встречи, пока, увидимся.